Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, а значит это 17-я серия моего прохождения Gran Turismo 1 для PlayStation 1. Ну, значит, пробежимся по тому, что было в прошлой серии. В прошлой серии мы с вами закончили чемпионат очередной на выносливость, прошли трассу R11 в прямой конфигурации, благополучно выиграли, получили машину за это, вот такую вот красавицу Nissan Silvia S14 LM Edition. Как я уже говорил в прошлой серии, уж очень она мне понравилась, тем более, что я подзабыл, что она есть вообще в первой части, и ну, действительно, она на меня произвела впечатление. Ну и я, в общем, решил, что очередной чемпионат, то есть R11 в обраточку, мы пролетим на ней. Сейчас выбираем ее и, не откладывая в долгий ящичек, мы, наверное, с вами сразу и приступим к заезду. Он у нас, в принципе, по большому счету здесь последний. Вот, но потом, как я говорил, предстоит еще перепройти 300 километров Гранд-Волей. Ну и там будет потом у нас последний чемпионат, чем мы, собственно, и закончим прохождение первой части GT. Так, ну что, стартуем. Ага. А вот это неожиданно. Гоночные модели не могут участвовать в этой гонке. Ага, значит, на ней нельзя. То есть на машине с гоночным обвесом. Угу. Так, неожиданно, неожиданно. Что же нам тогда делать? На это я не рассчитывал. Придется что-то выбирать другое. Так, вот у нас тут есть лансер вот такой вот. Давайте на лансере тогда пройдем. На лансерах мы еще не ездили. Это нам за какой-то из чемпионатов дали, по-моему, 4-выдовый. Сейчас тогда его надо будет прокачать немножко. Так, ну вот, опять видите, такая неожиданность. Интересная получилось. Ну, ничего страшного. Я, честно, не пробовал. Вот с прошлой серии не включал. Поэтому для меня это также неожиданность, как и для вас, что нельзя участвовать на Сильвии здесь. Так. Я думаю, наверное, третью стадию все-таки возьмем. Угу. Дабы не быть слишком мощными. Так. Самое интересное, что, как вы помните, в R11, на трассе R11 прямо там участвовали гоночные машины. То есть с гоночным обвесом. А здесь вот нельзя, видимо. Тут будут ехать машины в стоковой конфигурации. Так, тут еще немножко у нас на мощность. Да, давайте-ка нам отшлифуйте коллектора. Балансировка тоже добавляет мощности. Так, шины. Естественно, гоночные, естественно, мягкие. Так, ну и ходовая часть. Это у нас трансмиссия, сцепление. Коробка передач, в общем. Карданный вал. Карбоновый. Облегченный. Так, ну и можно облегчиться.
Так. Это вот его гоночная. Ух ты. Какой он. Классный-то. Фиолетовый такой. Яркий. Но нам нельзя ее брать. Так что поедем. Будем желтыми. Цыпленок наш. Лансер 4. Так, ну надеюсь, сейчас будет все в порядке с пропуском. Да, нас спустили. Наконец-таки. Ну и. Да, жаль, жаль, что не допустили нас на силе. Я, ну, всерьез рассчитывал, что мы пройдем на ней. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут за. Ух ты! Чё-то слабоваты мы. Тут у нас Skyline. Тут у нас Chaser. NSX, ой-ой-ой. Угу. Я думаю, что надо сразу выйти и докупить еще турбину. Потому что так мы сольем. Здесь нужна мощность, здесь постоянные разгоны. Здесь надо, по крайней мере, не уступать им. А мы, получается, лучшим машинам 200 лошадей тут сливаем. Так что это нехорошо. Так, у нас куплена третья стадия. Угу, а тут четвертая. И все равно у нас даже до 500 лошадей не хватает. Так, ну, давайте попробуем. Давайте попробуем в такой конфигурации пройти. Но я. Ну, это будет сложно. Мы все равно уступаем лучшим. Ой, около 150 лошадей, даже больше. Конечно, тут царь и бог будет это Skyline. Ага, так, здесь немножко сейчас конфигурация изменилась. Тут R32 в низмовской комплектухе. Так, ну, посмотрим, ладно. Давайте стартуем. Ну, здесь, я думаю, легкой прогулкой для нас это не будет. Потому что дефицит в мощности довольно серьезный. Ну, сейчас первые круги-то покажут, насколько все серьезно. Так, Chaser, это у нас Lancer 3. Ага, более старшая модель. Так, впереди у нас RX-7 и... Ну куда ж ты меня пихаешь-то, парнишка? О, вот и Лансер нас достал. Так, ну не настолько, в общем-то, все плохо. Вроде бы едем, ну, примерно на равных. Я боялся, что они начнут прям со старта уходить в отрыв. В такой отрыв, где мы вообще даже не сможем и преследовать-то на равных. Но, в общем-то, не так все плохо. Ну и на таком расслабоне, как предыдущую гонку, не получится, конечно, пройти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну первые круги, я в обратку-то по R11 не ездил уже давно. Надо сейчас будет несколько кругов первых попривыкать. Вообще, к трассе, конфигурации поворотов. В обратку она, кстати, сложнее. В обратку R11 она сложнее, чем прямо. Ну, она еще сложнее тем, что в конфигурации в обратную сторону она гораздо реже встречается.
и накат, конечно, по вот этой конфигурации гораздо меньше, чем по трассе прямо. Эх, ну до 300 у нас Лансер-то не дотянет. 290. Ой-ой-ой, куда ты, блин, на стенку-то лезешь? Все уже. На свободу захотел. Рановато что-то. Мне внешний вид нравится тоже вот у этого Лансера. Собственно, вот после четверки, это четвертый Evolution. Мне... Ну, шестой еще, в принципе, мне нравится. Он такой более пузатенький. Вот, он выглядит тоже классно. А дальше мне вот что-то следующие модели Лансера не нравились вплоть до десятки. До десятого Лансера. Да что ты, тебя на торможении-то ведет? Вот, десяточка, конечно, она очень классно выглядит, особенно в гоночном обвесе. Так, ну что же, ребята, это у нас получается, если бы не неудача, вот, которая нас постигла на трассе Гранд-Воли, это была бы у нас последняя гонка на выносливость, и нам бы предстоял единственный чемпионат. Это последний чемпионат, состоящий из шести трасс, Кубок Гран-Туризма. Но так как не получилось выиграть Гранд-Воли, следующая у нас будет гонка, это перепрохождение ее. Я вам обещал, что также на том же самом NSX я буду ее перепроезжать. Вот. Ну и только после этого у нас уже будет последует последний чемпионат. Вот. И, собственно, на этом мы закончим с вами прохождение этой великолепной игры. Надеюсь, что вам нравится, нравилось. Ну, те, кто играл в детстве, для тех, я думаю, интересно было снова вспомнить эту великолепную игру. Может быть, те эмоции, с которыми они играли тогда, в то время. Всегда приятно вспоминать детство. Вот, ну и я вместе с вами тоже окунулся в ту пору детскую. Вот, ну дальше у меня есть задумки. Как я уже говорил в прошлой серии, я в последней части прохождения сделаю анонс того, что будет следующим. Вот, ну а в промежутке, может быть, что-то еще выложу такое. Я говорю, у меня вот сейчас появились задумки. Так, сейчас, минуту, у меня наушник выскочил, сейчас поправлю, извиняюсь. Вот, наладил. Продолжаем. Есть у меня задумки там попробовать пройти сеговскую игру какую-нибудь. Ну, посмотреть, как оно вообще получится. Думаю, что вы по этому поводу отпишетесь. Напишите в комментариях, как вам понравилось или нет. И, ну, стоит ли это
дело продолжать. Вот, я имею в виду дело с прохождением каких-то сеговских игр. Вот. Ну, думаю, тоже будет интересно. Сега, она же у нас занимала немалую нашу часть детства тоже. У меня Сега была сколько? Ну, лет, наверное, 5. Довольно много я в нее играл. У меня была лицензионная Sega Mega Drive, привезенная мне отцом из Новой Зеландии. Привез. Вот. И помню, первой игрой у меня была... Долгое время вообще одна игра только была. В то время, когда у меня Sega появилась, здесь еще у нас на Sega очень трудно было раздобыть картриджи. Как мы тогда их называли, исключительно кассеты. Такого названия картриджа-то и не было. Так вот, эти самые кассеты было очень сложно раздобыть, и отец мне Sega купил с одним-единственным картриджем, кассетой. Это Last Battle. Ну, там игра такая про рыцаря. Там даже какая-то система прокачки была, то есть там по мере прохождения там заполнялась такая полосочка типа опыта, и вот когда она доходила до определенного момента, он разрывал на себе майку, и у него менялась там и стойка, и его удары менялись, супер удар менялся. Ну, в общем, такая. Но она была для меня очень сложной в те годы. Я ее так и не прошел. Она долгая была, длинная. И я ее так и не смог одолеть. Помню, дошел до корабля там с каким-то пиратом. Там главарь был пират. Клюкой. Только не хватало ему еще попугая на плече. Вот. Так я этого злого пирата и не смог одолеть. Вот. Ну, потом уже появились другие игры, много игр. Потом Sega также появилась у моего друга. Там уже обменивались с ним картриджами. Вот, ну там жизнь повеселее стала. Вот. А до этого довольно сложно приходилось. Ну, когда у меня появилась Sega, я приглашал друзей. Естественно, никто еще в тот момент, у всех в основном были 8-битки, Dendy. Вот, а тут Sega, конечно, там и графика была лучше, красивее, ну, сами игры поинтереснее. Вот, и все друзья с восторгом приходили ко мне поглазеть, что же это за чудо такое мне отец привез. Вот, ну и долго мы зависали у меня в попытках пройти очередную игру. Вот. Ну а потом, спустя где-то долгих 4 или 5 лет, у меня потом отец пошел в Японию, у него рейс был на Японию, и он мне говорит, что так, говорит, сын, что тебе привезти из Японии? В общем, он мне на выбор дал два варианта, говорит, я тебе привезу с Японии либо игровую приставку новую, либо мопед. Ну и вот мы с Лехой, о котором я вам много раз уже рассказывал, это мой лучший друг, вот, мы с ним, для нас стала огромная дилемма, в общем, что же действительно заказать-то моему отцу мопед. Конечно, это тоже классно было,
Вот, для пацанов тем более. Либо новую приставку. Ну, он сказал, что это новая приставка, это PlayStation. Это был 99-й год. Вот, ну и долго-долго мы размышляли, у нас были чуть ли не бессонные ночи. Вот, мы все бились над этим вопросом, что же нам все-таки нужнее. Но в итоге все-таки решились, что мопед на тот момент был у одного из наших знакомых, и в принципе мы, ну, имели возможность покататься на мопеде. Вот, и в общем, решили мы, что надо заказывать PlayStation. Это все-таки эксклюзив. На тот момент мы PlayStation видели только в игровых клубах. И нам она, естественно, снесла башню напрочь. Особенно теми играми, которые на ней были. Там 3D графика и невиданной красоты. Тем же самым вот Gran Turismo, который сейчас перед вами. Вот. Ну и, в общем, заказали мы моему отцу PlayStation. И потом вот он ушел в Японию. Его не было где-то на месяц, он уходил. Даже, может, меньше. Но все равно для нас это были долгие-долгие дни ожидания. Они тянулись очень много. Никак мы не могли дождаться, когда же вернется отец. И когда он все-таки вернулся, мы с нетерпением уже там мялись у меня дома, просиживали эти часы ожидания за Сегой. Вот, ну и когда он пришел вечером, приехал, вот, мы стали распаковывать долгожданную коробочку. Он ее привез, восторгу не было предела, конечно. Но нас постигло довольно большое разочарование. Как потом оказалось, из Японии-то мне привезли лицензионную PlayStation, которая не брала все эти диски пиратские, которые были у нас доступны на тот момент. То есть, естественно, когда в тот вечер, когда отец вот только привез ее, мы ее к телевизору так, конечно, подключили. Игр у нас не было еще на тот момент. Отец тоже ничего не привез. Как-то так, ну, не купил, в общем, он игр. Привез только приставку саму. Мы ее подключили и в первый вечер могли только, ну, наслаждаться тем, что прослушивать на ней музыку. Вот, у меня было там пару компакт-дисков. Вот, собственно, наше развлечение было. Ой, что там, издевался я. Так. Да, и, ну, в общем, слушали мы эту музыку, лазили по меню первой Соньки. Тоже, конечно, даже это вызывало восторг, но, конечно, не хватало игр. И буквально на следующий день мы с Лёхой пошли в клуб, в наш компьютерный местный, и заручились там у Дани, это у сына хозяйки этого клуба, несколькими дисками. Естественно, взяли Gran Turismo, но наше разочарование было очень далеко, когда мы пришли ко мне домой, вставили диск, а Сонька не захотела грузить эти диски. Даже, по-моему, там какая-то надпись выдавалась, что типа того, что данный продукт не лицензирован и, в общем, невозможно его загрузить. И начались долгие-долгие месяцы мучения. То есть первые, наверное, игры у меня появились, в которые я смог поиграть только спустя, наверное, месяц. Это была уже зима, и помню, отец мне сказал: ну ладно, поехали, Витя, с тобой во Владивосток. Это тут, ну, Владивосток от нас где-то 4-4,5
3-3,5 часах езды, это надо на электричке туда ехать, наша столица Приморского края, и тогда... А, нет, мы, это получается, до этого мы сходили в клуб компьютерный, и там узнали, что лицензионные диски нам нужны. Вообще, что это за проблема, узнали, почему не идут диски, вот эти вот обычные у меня на Соньке. Нам объяснили, что это у вас лицензионная PlayStation, японская, и она берет только лицензионные диски, коих можно раздобыть только во Владивостоке, там в специальном магазине. Там есть человек, который занимается этим, и он возит вот японские эти диски, привозит лицензионные, и вот только у него можно их раздобыть. Вот, ну и мы снарядили целую экспедицию, выбрали день на выходных, ну и отец сказал, что ну давай, поехали. Не могу я больше на тебя смотреть, как ты тут в муках корчишься. Вот, ну и поехали мы, значит, во Владивосток. Зима, холод. Помню этот день. Довольно долго, ну как недолго, но не сразу мы нашли этот магазин. Там небольшой магазинчик, можно сказать, лавочка даже где-то в полу каком-то подвальном помещении. Ну, напомню, что это конец 90-х был, и там крупных каких-то супермаркетов тогда еще и не пахло ими. То есть игровая культура у нас только-только зарождалась, и вот разные энтузиасты, вот такие вот, как этот вот мужичок в Владивостоке, он занимались, вот начинали только возить диски эти, и вот у него, благо, были лицензионные диски. Помню, первыми двумя дисками они тогда стоили по 400 рублей, вот. А, это были у меня... А, нет, не по 400, по 800, да. Один диск стоил 800 рублей. Вот, и, к сожалению, у этого вот мужичка, у него на тот момент было всего две игры. Он говорит, у меня все раскупили, вот осталось только две. Это был Street Fighter. Не помню, какая часть. Street Fighter, ну, основанный на фильме... Уличный боец, вот этот вот с Ван Даммом, который... Там даже были вставки между боями вот из фильма. Ну, надо сказать, такой довольно-таки проходняк был этот Street Fighter. Мне он не понравился. А вторая игра, это была RPG Kingsfield, вторая часть. Она тоже была на японском, как и Street Fighter. В общем, эти две игры были на японском. Но если, ну... файтинги, грубо говоря, на каком он языке, без разницы, там понятно, что делать, да, вот, сюжета там, по сути, никакого, но вот RPG играть на японском языке, это был сущий кошмар и ужас, то есть, поначалу, там, первый раз, когда я диск вставил с этой Kingsfield, я вообще не мог понять, что даже вообще происходит, то есть, там вначале не было никакой заставки, никакой киношки, просто игра сразу начиналась, пресс-старт и все, и погнали, и в бой. И вот первый экран, когда уже, собственно, вид из глаз твоего героя, и я даже не сразу понял, что это уже игра началась, я думал, что это начальная заставка у игры, и ждал же, когда появится какая-то надпись, ну типа там, нажми любую кнопку или что-то такое, пресс-старт. Вот, ну и, в общем, потом оказалось, что это действительно RPG, ну и мы с Лёхой очень долго разбирались, мы, наверное, неделю только, по крайней мере, несколько дней разбирались, что же вообще, как, что это меню, то есть в меню заходишь, там все на этих иероглифах, ничего не понятно, то есть, что делать, куда, а тогда, это ж в новинку был этот жанр RPG, то есть, мы привыкли, что... Бежишь вперед и мочишь всех подряд. А тут нет, тут тебя практически каждый противник валит с двух там плевков. Там первые противники, это там осьминоги были, на нас валили. И, в общем,
собирали какие-то вещи, какие-то предметы, то есть что это, к чему, зачем мы это собираем. Это ж нужно было, потом стало понятно, что у каждого предмета есть там какие-то свои свойства. Это ж нужно было все изучить, что дает там эта травка, что дает вот этот вот какой-то там листочек. Потом нашли какую-то непонятную, ну, в виде кленового листа, что-то такое красное. Оно куда-то складируется у нас в инвентарь. Тоже что это, что с этим делать, абсолютно непонятно. Потом я помню момент, когда я что-то из комнаты вышел, а Лёха, ну, продолжил играть. Кингсфилд рядом сидела моя мама, она тоже принимала активное участие, ей было интересно, что же это все-таки за игра и как вообще в нее играть-то. Ну и я был на кухне и слышу такой вопль, буквально крик восторга, и Лёхи, и мама моя тоже там кричала, что «О, что же это такое, как, смотри, как четко, Витя, Витя, иди сюда», ну позвали они меня, я прискакал. Думаю, что же они такое нашли? А Лёха открыл какой-то там секрет, что вот оказывается этот кленовый лист, это была какая-то магия, и в общем он, теперь мы можем фаерболы, огненные какие-то шары, в общем, швыряться ими. То есть он там зашел в меню, что-то там потыкал, понажимал, и вот наш герой стал уметь, вот появилась у него возможность, способность такая, кидать эти шары огненные. В общем, долго-долго мы изучали игру, потом нашли там торговцев, стали продавать все, что у нас есть. В итоге оказалось, что этого не нужно было делать. В общем, мы начинали заново игру, не знаю, раз, наверное, ну, с 10 заново проходить ее, потому что с каждым новым началом, с каждым новым прохождением, началом прохождения мы открывали какие-то все новые или способности, или возможности, как чего использовать, и в общем приходилось начинать заново. Вот. Но в итоге игра нас очень захватила, и мы ее прошли, ну, наверное, за где-то полгода. Мы ее с Лехой одолели, и это все время мы играли вот на лицензионной PlayStation. То есть, ну, может быть, не полгода, но несколько месяцев это точно. Месяца три, наверное, у нас это все заняло прохождение. Потом все-таки мне эту Соньку перечиповали. Знали мы, что, оказывается, можно, есть вот такая ерунда, как, ну, мод-чипы, в общем, чипование, какие-то прошивки. То есть там что-то впаивают в нее. И она после этой модификации может, короче, принимать пиратские диски, воспроизводить. Вот. Но в Кингсфилд мы продолжали играть, даже когда у меня Сонька уже стала кушать, так скажем, обычные пиратские диски, потому что игра действительно очень интересна. И, кстати, ну, те, кто не в курсе, я думаю, у нас вообще в России мало тех, кто играл в эту игру. У меня вот волею судьбы просто попала она ко мне в руки, что вот у меня такая Сонька была. Вообще, я так не думаю, что очень уж многим приходилось в нее играть. А игра, надо сказать, что Кингсфилд, вот эта вторая часть, это была, это от создателей, сейчас-то они уже нашумевшая компания, многие не знают, это From Software. Да-да, создатели серии Souls, Dark Souls, Demon Souls, вот этих вот хардкорных, ну как их сейчас называют, супер хардкорные RPG, которые вот, мол, ты, там ты дохнешь каждые там 5 минут, и каждый противник — это вызов. Так вот, на самом деле, ничего нового они не изобрели, просто это сейчас избалованная публика, которая сейчас играет в игры, привыкшая к разного рода там Call of Duty и прочим
играм, которые по сути играют уже сами в себя. Раньше, знаете ли, все игры были хардкорные, и гораздо их было сложнее проходить, чем нежели сейчас. И вот, например, Kingsfield тот же, он по сложности ни разу не легче, чем те же Dark Souls, Demon Souls. Вот, и недавно, наверное, анонсированный Bloodborne тоже будет таким же. Но они как делали на одном уровне вот RPG-шки. Имеется в виду, что, естественно, там сейчас и графика лучше, и фишки разные появляются. Но по сложности и первые игры от From Software были ничуть не легче, чем вот эти вот сейчас славящиеся запредельным хардкором игры From Software. То есть тогда это было абсолютно нормально. И тогда тоже, я помню, нас там, даже будучи прокачанным довольно-таки героем, тебя мог завалить какой-нибудь там восьминог там в пещере или 2-3 противника. То есть они разделывались с нами на раз-два. Вот, так что я бы вот, есть у меня задумка, как я уже говорил, то что хочу с вами делиться теми играми, которые производили на меня впечатление, когда я был еще ребенком, когда я был еще в детском возрасте. И вот одна из них — это, конечно же, Kingsfield. Я думаю, что вам тоже будет интересно. Тем более, что это, как я уже сказал, от сейчас уже знаменитых разработчиков игра From Software. Вот. И игра действительно заслуживает внимания. Это, ну, в общем, игра, положившая начало вот таким знаменитой такой серии вот игр от From Software.